смотрите, первое, с чего начинается постамент, да, это с перестань врать себе. Да? Для начала перестань врать себе. Как только ты перестанешь врать себе, ты перестанешь врать и другим. Вот это важная часть методики. Поэтому как бы присоединяйтесь к тому, что я говорю. Потому что есть куча людей, которые там, ну вот, например, расскажу вам историю. Как раз из нашей темы. Есть у меня два друга бизнесмена в Москве. Ну и, в общем, да, смысл в чем? Пошел разговор. Там. И один другому говорит в этом разговоре. Говорит, да что ты издеваешься? Где тебя что, $1000 это деньги? У того как планка завалилась. Он как прыгнул на это. Говорит, а ты знаешь, когда $1000 зарабатывают? Они приблизительно, ну, одинакового статуса. Ну, денег у них приблизительно тоже, ну, одинаково. И вот он ему объясняет один другому, как эти деньги зарабатывать. Говорит, да у меня два инфаркта, жена инвалид, двое детей. Он говорит, так и я тебе, ну, прикинь, это я ее что ли инвалидом сделал или что? Ты нам мозги-то что здесь выкопаешь? По идее, да, то есть чудак на пятерке в Мерседесе, там, да, то есть и так далее и тому подобное. Вот такое вот. Вроде видимость благополучия полная. И на меня они все же смотрят так, как на человека из другого мира. Когда им плохо, они что? Все садятся и летят. Пытаются выбить, что делать. Или продолжать ковыряться в языке. Говорю, ну пойди. У тебя же денег много, заплати кому-нибудь, чтобы тучи развели руками. А что, нормально? Заплати, говорю, ты отдай деньги, миллион, два, попробуй. Так никто не берет, понимаете? А те, кто берут, потом говорят, не получишь. Прикол, чё? Ну, поуговаривайте себя еще какой-то. Ваше что-то изменится, ничего не меняется. Думайте, сколько вам лет? Чего в вашей жизни изменилось? Самый простой тест, который можно себе провести. Все как было, так и осталось. Череда ошибок, заканчивающих что? Разочарование. Череда ошибок, заканчивающих разочарование. Какого мазохизма? Если честно, я не видел никогда в жизни. Такой ненависти к себе. Причиной безумного себелюбия. Да. То есть мы прикрываем ненависть к себе безумным себелюбием. Да. Это замечательно, на самом деле. Выглядит, если честно, со стороны смешно. Смешно. Сидит некая субстанция, взяла, вот знаете, эту колотушку, которая, я не знаю, деревянная такая, напугу, у женщин есть, бьет себя по башке, при этом улыбается в этот в зеркало. С утра до вечера. А колотушка эта предназначена для того, чтобы выковывать правильное лицо перед зеркалом. То есть... Поэтому люди-то не обижаются на других людей, потому что что? Жадно кого-то обижаться, и себя, что уже некуда.